16 марта в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Новоторская в Твери. Незамедлительно на место убыли отделения пожарно-спасательных частей номер 1, 2, 4 СПЧ города Твери, аварийно-спасательная служба Тверской области, служба пожаротушения. Через считанные минуты спасатели прибыли на место. Горела квартира на втором этаже. Благодаря профессиональным и слаженным действиям с помощью автолестницы, а также звеньями газодомзащитной службы, было спасено 5 человек, в том числе один ребенок. В 15.35 объявлена локализация, в 15.40 ликвидация открытого горения, в 15.45 полная ликвидация пожара. Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует жителям региона быть внимательными и осторожными при общении с огнем. Помните, любой пожар – легче предупредить, чем потушить. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101. Следственный комитет предупреждает, в Тверском регионе возросло число телефонных мошенничеств с использованием номеров правоохранительных органов Следственного комитета, полиции, ФСБ. Обращаем внимание граждан. Сотрудник Следственного комитета, ФСБ, МВД не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени силовых ведомств, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудником Следственного комитета, ФСБ или МВД, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Будьте бдительны, уважаемые земляки. Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тверской области во взаимодействии с другими ведомствами обеспечили безопасность проведения выборов главы государства. Более 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии были задействованы для охраны избирательных комиссий региона и обеспечения общественного порядка на более чем 160 объектов для голосования. Экипажи вневедомственной охраны в период голосования несли службу в круглосуточном режиме. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы провели мероприятия по профилактике нарушений законодательства в сфере хранения оружия и осуществления частной охранной деятельности. В целях обеспечения антитеррористической безопасности и безопасности граждан росгвардейцы приняли участие в работе межведомственных комиссий по обследованию мест голосования и хранения избирательной документации.